слушаете программу Freedom Life на информационном портале GGUZ Media. Слушайте нас на волнах Просто Радио. И сегодня мы будем говорить о теме участия женщин в различных сферах общественно-политической жизни нашей страны и о том, есть ли место женщинам в политике, в бизнесе и легко ли им совмещать обязанности в семье и делать карьеру в различных сферах. Сегодня наши гости студии Светлана Генова, доктор экономики, Вера Ильинична Балова, директор Чадырнулского профессионального училища, Валентина Булига, депутат парламента Республики Молдова, Екатерина Жекова, депутат Народного собрания ГКУ. Здравствуйте, я рад видеть в студии. Надеюсь, что сегодня у нас получится интересная дискуссия и многим женщинам в Гагаузии и в Молдове будет интересно узнать мнение, насколько легко сегодня добиться женщинам в той или иной сфере успеха или каких-либо возможностей. Госпожа Булига, у меня будет первый вопрос к вам, потому что вы давно занимаетесь этой сферой жизнедеятельности нашего государства, занимали различные посты. Вы имели участие к различным программам, которые обеспечивали равные возможности для женщин. Насколько сегодня наша страна на законодательном уровне предполагает равные возможности для участия женщин в различных сферах общественно-политической жизни? Вы знаете, я думаю, начну с личной истории. Почему я когда-то начала заниматься политикой, почему я хотела участвовать, принимать активное участие в нашей политической, экономической и социальной жизни. Я мать двоих детей, выпускница двух университетов, просто работала в аптеке, уходя домой, занималась домом и больше ничем. И в один прекрасный момент я задала себе вопрос, почему судьбу нашей страны, судьбу нашего народа должны решать только мужчины, учитывая еще того, что 50% нашего населения – это женщины, учитывая еще то, что почти 70% выпускников высших учебных заведений – это девушки. Поэтому еще 20 лет назад я была озабочена этой проблемой, что наши женщины, женщины молдавской страны, молдавского народа должны иметь возможность и желание участвовать в решении всех наших насущных проблем. Конечно, было нелегко и непросто. Во-первых, Молдова – патриархальное государство, стереотипы. Мужчины не хотели принимать и понять, что женщины могут так же, как они, но иногда, может быть, даже лучше в некоторых ситуациях. На законодательном уровне у нас как будто все хорошо. И в Конституции, и в многих законах у нас нет дискриминационных таких как норм. Но реальность совершенно другая. Если взять структуру парламента на протяжении многих последних лет, не больше 20-22 женщин. Если взять количество примаров, то же самое в пределах 20-25, советников муниципальных или сельских, учредителей экономических предприятий. Поэтому Молдове необходимо было, конечно, во-первых, создавать законодательную основу для того, чтобы женщины имели те же возможности, как и мужчины. Молдова ратифицировала конвенцию о равных возможностях. Слава Богу, что в 2016 году, в апреле месяце, уже парламент Республики Молдова принял закон, который я, как в качестве министра труда и социальной защиты, 3 года почти дискутировали этот проект закона, потому что этот закон, который привел изменения в 40 других законодательных актах, обозначил и создал законодательные нормы для того, чтобы о женщинах не забыли. Что женщины, как и мужчины, были представлены не меньше 40-60%. Это нормы, которые соблюдаются на уровне Европейского совета, на уровне других парламентов и структур государств, членов Советского Союза и в других странах. Поэтому, что касается законодательных норм, у нас есть. У нас есть закон, принятый в 2007 году, у нас есть уже изменения во многих законодательных актах, у нас уже и менталитет меняется. Уже начали граждане Республики Молдова голосовать за женщин. У нас есть прекрасные примеры, которые мы можем даже сегодня или в другой раз обсуждать, как женщины на высоких государственных должностях и в других сферах, и экономической, и социальной, успели. То есть на законодательном уровне в Молдове пока все есть. А на практическом уровне?
Светлана Игоревна, вот женщины в образовательной и в исследовательской среде, насколько легко сегодня добиться успехов и сделать карьеру? И есть ли препятствия, которые строят ваши коллеги-мужчины? В образовательной и в исследовательской сфере? Ну, по большому счету, наверное, независимо от сферы деятельности, да, женщина всегда, прежде всего, должна себя почувствовать, на своем ли она месте. И идет ли она на работу, да, с таким чувством ощущения, как радостно возвращается домой. Это касается, наверное, и мужчин, и женщин. Поэтому я имею опыт работы в образовании, и в исследовательской деятельности, и в бизнесе. Я хочу сказать, что в эти три сферы я всегда шла с удовольствием. И я счастлива, наверное, что я правильно сделала профессиональный выбор. И, наверное, у любой женщины, которая работает и в сфере образования, и в сфере научно-исследовательской деятельности, и в бизнесе, всегда, как и любой другой, должны быть результаты. Если они есть, то, да, наверное, ты на своем месте. И есть результативные индикаторы, которые покажут, чего ты, что ты планировала в сфере образования и так далее. У нас есть свои критерии, и что ты конкретно достигла. Ну, традиционно так принято, что, наверное, здесь не сказывается, наверное, патриархальный признак как политики, что все-таки в образовании доминирует как в higher education, высшее образование, больше женщины, представители женского пола, так и в средней школе, и в профессиональной школе. А вот в науке здесь есть некоторая дифференциация, потому что все-таки исследовательская деятельность научная, она уже дифференцируется по отраслям. И традиционно, конечно, в, скажем так, в отраслях исследования, которые связаны с индустриальными аспектами, больше мужчин, в сфере медицины больше женщин, да, исследователей. В сфере, скажем так, которая может касаться экономики и так далее и тому подобное, там уже может быть пропорционально равное, паритетное представительство. Касательно вопроса бизнеса, здесь однозначно женщины пока еще не рулят, но есть статистика, которая показывает, что вот такой фактор производства из четырех важных, как предпринимательский риск, он более благоприятно, так скажем, последственно, скажем, исходящих результатов, менее стихийно влияет на неэффективную результативность именно в женском бизнесе, потому что женщина умеет рисковать разумно, и она всегда новатор. А это очень важные факторы. И теперь касательно влияния мужчин в этих трех сферах. Лично я в своей тоже, вот госпожа Булига сказала о своей, да, о своем примере жизненном. Я не чувствовала мужского давления, мужского влияния, но хорошую, здоровую конкуренцию в сферах деятельности, в которых я работаю в этих трех, чувствовала. И это нормально, когда мужчины конкурируют с женщинами, и это, наоборот, нас, на мой взгляд, подстегивает доказать, что, несмотря на то, что нас называют слабым полом, мы можем и мы достигаем. А, Вера Ильинична, вы были в политике и в законодательной и исполнительной власти, добились руководящих должностей в образовательной сфере. Как сегодня женщине в Гагаузии идти по карьерному росту для того, чтобы доказать, что она имеет право наравне с мужчинами принимать решения? Мое мнение такое, как практика. Ну, во-первых, я учитель. Вот когда я получила свой диплом первый, как учитель математики, мне захотелось стать хорошим учителем, чтобы мои дети имели хороший результат. И я не стояла на месте, допустим. Я изучала, как работают великие математики в Донецке, Шаталова. Он тогда всесоюзно был известен. Я поехала, у меня есть документы, я прошла у него курсы. И я применила эту методику у себя в классе, в школе. И у меня были прекрасные результаты. У меня ребята успевали прекрасно. То есть я хотела стать математиком. Это первое. Второе, в 92-м году Кройтер был главой нашего района, который предложил мне, Дмитрий Васильевич, открыть надо лицей у нас в Гагаузии. Не было лицеев. Это был первый лицей в Чедерлунге. Согласилась. Не было ни здания, ни детей, ни коллектива учителей. Я его открывала. Вот представьте себе, как. Наверное, по молодости. Сейчас бы я не рискнула, конечно. Но я рискнула. Слава Богу. Пришли педагоги с опытом. Я молодой специалист вообще, опыта не имела менеджерского никакого. Мне помогли дети, родители, учителя, которые со мной работали. Этот лицей был одним из лучших в Молдове. Занимал второе, третье место. И работал в программах международных. То есть мы показали уровень наших детей. Я помню, как ректора звонили и говорили, что это за лицей? Ваши дети прекрасно владеют английским, знают экономические основы. Дети
группами поступали в мединститут, в экономическую академию, во все вузы Молдовы. То есть цель была такая. Ну, когда лицей открыли, я хотела стать хорошим директором, потому что для меня важно было, чтобы говорили о лицее в целом, о руководителе тоже, что этот, он образованный. Я часто вспоминала, моя мама говорила. У меня мама не имела образования ковровщицы, отец был водителем. Она училась на отлично, но девочки ГГУшки никуда не поступали, над ними смеялись. Не поступали. И вот она работала на Ковровой, она имела ордена славы, она была лучшим руководителем, ну как ковровщицей. Вот она мне сказала, если ты будешь работать преподавателем, руководителем, ты должна знать, что люди должны в тебе видеть этого руководителя. В политику я пришла случайно, даже не поверите. Я не знаю, как сейчас. Я потратила 3 лея, 20 бань, чтобы дать объявление в газете, что я такая-то хочу стать депутатом Народного собрания. Вам повезло. И я была на участке с Пашалы Петром Михайловичем, который уже один срок отработал и был председателем, Народного собрания, я с первого тура выиграла. И мы соседи, через Дон живем. Так это была же трагедия какая. Но так получилось. Я потом благодарна тому, что все-таки меня выбрали заместителем председателя Народного собрания. И я благодарна госпоже Булиге, потому что были вопросы, с которыми я обращалась в парламент, и мы часто встречались. Ко всем обращалась. Вот. Но со временем хочу сказать, просто так карьеру делать нельзя. Надо над собой работать. У нас в ГГУЗе мужчины-руководители очень долго принимают в коллектив руководителя женщину-руководителя. А для того, чтобы его приняли, этого руководителя-женщину, надо мужчинам доказать, что ты не просто женщина, а ты действительно руководитель. Поэтому за столько лет я закончила аспирантуру, я закончила 7 вузов. Я не хвалюсь, но я просто говорю, что это ситуация, когда человек должен над собой работать, особенно женщина. Просто так прийти, быть руководителем и ничего не сделать, это неправильно. И абсолютно для нашей ГГУЗи вообще неверно. Вот я говорю как ГГУЗка. И я хочу сказать, что действительно в стране есть законодательство, которые позволяют женщинам занимать руководящие посты, не быть забытыми. Но мы, женщины, должны, имея какое-то условие, что мы заняли этот пост, доказать, что мы соответствуем занимаемой должности. Екатерина Федоровна, вы... Я прям чувствую, что это мне говорят. Нет, не вам. Я, в принципе, говорю, должны все знать об этом. Молодежь должна знать. Может, потому что я моложе Веры Линчевой, может, потому что только стала на этот путь политической деятельности. Екатерина Федоровна, вы были в различных профессиях. В журналистике, сейчас в политике, не так долго. Вот сложно ли было, будучи женщиной, добиваться каких-либо успехов в тех областях, в которых вы работали? Ну... Если начинать с момента начала моей трудовой деятельности в Камрадском госуниверситете, совсем несложно было отвоевать свой квадратный метр как специалиста, которая может и хочет заниматься своим делом. Потому что условия, как мне кажется, были тогда и сейчас равные для всех, что для женщин, что для мужчин. Все-таки у каждого своя программа, свое расписание. Что касается педагогов, я имею в виду, что университета, что школы. А что здесь ты выходишь к детям, и твои знания и твои умения, это студенты, они оценивают тебя по тому, что ты можешь. А в такой специальности, в такой профессии, как моя, театральная деятельность, надо было показать конечный продукт. А конечный продукт — это спектакль. Либо спектакль воспринимают зрители и говорят, о, да, хороший режиссер, поставила классную работу. Либо сценическую речь студенты выходят, читают чтецкие работы, и тебе ставят оценку зрители, не студенты даже. Поэтому здесь, Вера Ильинична, соглашусь с вами абсолютно, что было бы хорошо, если бы мы в любой профессии, какую бы ни занимали мы, женщины или мужчины, понимали бы самое главное, что работать над собой важно всегда. Тогда, мне кажется, мы получили бы качественное гражданское общество, потому что неважно, это сапожник, это ткачиха, это кто бы это ни был. Если это человек, занимающий свое место и делающий свою работу достойно, значит, есть... достойные предложения любых услуг в этом обществе. Сложно ли
воевать на политическом олимпе. Мне буквально вот вчера один молодой человек задал в селе, откуда я представлена депутатом: вы воюете, Екатерина Федоровна сказала, да не воюю я ни с кем. И, в общем-то, даже не собираюсь. Ну как, политики же всегда воюют, говорит мне этот молодой человек. Я говорю, ну я не знаю, может быть, так вам кажется с экраном, что кто-то с кем-то воюет. Но моя, в общем-то, жизненная, ну, мой мировоззренческий взгляд на этот мир, я ни с кем не хочу выяснять отношения, и с моими коллегами-депутатами в том числе. Хочется просто, да, дебатировать, да, дискутировать, но очень на конкретные темы, ради которых мы пришли, законодательный орган, если мы занимаемся депутатской работой. Мне кажется, мне было сложно, Виталий, как женщине, но это опять же был осознанный мой выбор, я сама принимала решение баллотироваться в депутаты, мне было сложно с четырьмя мужчинами, которые в моем родном селе тоже были кандидатами. И вот тогда я чуть-чуть ощутила, что те методы, которыми работают мужчины, я так не могу. Я не могу так по разным причинам. Я не могу так, потому что я по-другому устроена, мое мировоззрение другое. Я не могу, потому что это не красит женщину, так не должна поступать женщина. И, в общем-то, много таких. Но я думаю, что мы, невзирая на то, что мы тут четыре женщины в студии, говорим о том, сложно либо легко женщине продвигать себя, я хотела бы задаться одним вопросом. А вот если в нашем обществе, молдавском, гагаузском, мало женщин в политике, ну, в частности, да, а есть ли столько активных женщин? И хотят ли женщины продвигать себя? В этом тоже, мне кажется, есть проблема. Потому что то, о чем говорит госпожа Булига, работая фармацевтом, человек задается вопросом, ну почему не я? Вот я же тоже это могу. Вот вы знаете, почему я пошла в политику, если бы вы задали мне этот вопрос, Виталий, я сказала бы так. Работая 10 лет журналистом, и в этой студии, и в других студиях очень много обсуждая с представителями разных ветвей власти Молдовы и Гагаузии, я понимала, что ну, здесь нужно что-то, чье-то еще вмешательство. Когда мы говорили о том, что нет прозрачности в действиях власти, я понимала, что надо, чтобы в депутатском корпусе был кто-то из журналистов, чтобы мог сказать, что, господа, надо на эти вопросы смотреть чуточку иначе. Я не знаю, что мне удастся сделать в Народном собрании Гагаузии, но я с абсолютно искренними, чистыми помыслами и осознанно очень шла в депутаты и понимала, что это будет нелегкий труд, но я хотела, чтобы я для всех журналистов, которые работают в Гагаузии, была тем самым человеком, которая сможет как минимум озвучить нас перед коллегами законодательным органом вещи, которые важны для журналистов и для гражданского общества. Потому как есть такое мнение очень у многих представителей власти. Мы власть. Хотим, даем информацию, не хотим, не даем. Нет, есть законы, как сказала госпожа Абулига, и там все четко прописано. Если мы научимся эти законы выполнять, и граждане выполнять, читать, знать и требовать от власти, а власть будет выполнять эти законы, тогда нам будет проще решать очень много разных других вопросов. Валентина Георгиевна, вот будучи членом правительства, все-таки у нас никогда правительства не было. Там не было паритета, не было 50 на 50 женщин. И вряд ли будет. И вряд ли, наверное, в скором времени будет. Для того, чтобы донести свою позицию до коллег-мужчин, легко ли и воспринимает ли то, что говорит женщина, или когда критикует своих коллег? Вы знаете, я имела большое счастье быть почти 3 года и 5 месяцев единственной женщиной-министром. Хочу вам сказать, что... Вы иронизируете большое счастье? Да, большое счастье, да. Я хочу вам сказать, что было нелегко. Как сказала госпожа Абалова, всегда нужно было иметь в 3 раза больше информации, аргументов, чтобы доказать, что такую-то политику, или такой закон, или такую программу действия, независимо в каком секторе, нужно продвигать для того, чтобы убедить коллег по правительству, было действительно это нужно. Иногда, то есть, извините, иногда ловила то есть, взгляды мужчин. Если бы на вашем месте был бы мужчина, то ему нужно было меньше информации. Проще, и может быть и меньше информации, и проще, и просто чисто мужское пожатие руки до заседания правительства. А может, они с вечера договаривались? Может быть и такое, я не исключаю. Но я всегда шла на заседание правительства подготовленная, всегда с аргументами, как говорится, в 3 раза больше. Потому что даже высказывание есть, что женщина, чтобы добилась успеха, она должна иметь знания и опыта в 3 раза больше, чем мужчина. Потому что так еще мы созданы, наше общество. В партии
я не буду называть, но наверняка люди знают, я была первая женщина-заместителем председателя партии. Mm-hmm. Это тоже нелегко. Потом доказать, что женщины нужны, могут и должны участвовать в принятии решений, потому что у нас есть опыт европейских стран, есть опыт развитых стран, что настоящая демократия, благосостояние людей, проблемы, которые люди заняты, чаще решаются быстрее, качественнее, когда женщины тоже принимают в этом участие. То есть есть очень много факторов. Вы задали вопрос, есть ли у нас достаточно женщин или необходимое количество женщин, если так можно выразиться, активных, которые могут принимать участие в разных сферах принятия решений. Конечно, есть. Просто у нас опять тот стереотип, что всегда политикой занимаются мужчины, что мужчины должны решать судьбу, что политика не для женщин, что трудно, что решения принимаются не всегда открыто, корректно или что. Поэтому у женщин есть некоторая боязнь принимать активное участие в решении наших насущных проблем. Что касается, почему женщины должны принимать активное участие. Я опять возвращаюсь к себе. 96-й год. Вы же прекрасно понимаете, какие времена мы жили, где было много наших граждан, какие проблемы, как платились тогда зарплаты, какие зарплаты. И человек, который хочет что-то менять, задает вопрос, если до сих пор сделано некачественно и нехорошо, если есть неиспользованный потенциал, в том числе женский, зачем это не делать? Или почему не участвовать и менять лицо политики, сделать прозрачными какие-то процессы, отчитываться перед гражданами, встречаться с гражданами. И женский взгляд, нет женских вопросов, а есть женский взгляд на многие вопросы, помогают принимать самые корректные решения. Я всегда я хотела и хочу, чтобы действительно в нашей стране побольше женщин принимали участие, чтобы наши женщины смогли оценить результат своей коллеги, чтобы мы были более солидарны, чтобы мужчины понимали, что у нас тоже есть и опыт, и знания, и желания. Но опять возвращаюсь, не всегда легко. Это период, в котором меняется и менталитет, и понимание. И Молдова сейчас как раз находится в этом процессе. Смотрите, потом были 6 женщин-министров, потом опять количество уменьшилось, но есть женщины, которые могут, хотят и желают. Мы должны давать им возможность, и этот закон, о котором мы говорили, который приняли в апреле 2016 года, может быть, это временный инструмент продвижения обоих полов, потому что это не закон для женщин. Я согласна с госпожой Баловой, и даже Дана Светлана, все говорили, женщины должны доказать, что они профессионалы, и мужчина то же самое. Почему нам кажется, что женщины могут и ошибиться, или недостойны? Мужчина то же самое. То есть мы одинаковы в возможностях участия. У нас есть только одни различия, и мы не будем о них сегодня говорить. Чуть выше госпожа Булига сказала о том, что патриархальное общество молдавское, гагаузское. Вы знаете, еще в 2010 году, когда шли башканские выборы, и тогда нынешний Башкан впервые баллотировался, я еще тогда высказала свою точку зрения, что ничего подобного, гагаузское общество не патриархальное. Эти ярлыки мы вешаем сами себе, да. И я хочу сказать, что на выборах Народное собрание Гагаузии я тоже еще раз убедилась в том, что нет вот этого патриархальности в нашем обществе. Знаете, что может быть ярким примером? В доме, в гагаузском доме, женщине позволительно все. Управлять, задумывать, реализовывать, да, детей воспитывать, прочее. А вот, дескать, видите ли, по каким-то другим делам занимать должность примара непозволительно, неправда. Люди проголосуют за примара женщину. Я почему сказала, нет достаточно активных женщин. И вот это, или женщины не проявляют активность. Вот над этим надо работать. Правда? Конечно. Вот над этим надо работать. Я правильно вас поняла. Вернее, если я неправильно высказалась, хочу, чтобы вы меня правильно поняли.
Я не упрекаю, то есть не считаю, что у нас мало таких женщин. Просто активности нет у женщин. Они считают, что да лучше остаться на втором плане и не лезть, потому что это такое грязное дело. Вот мне, допустим, был задан вопрос. Катерина Федоровна, сидели себе, занимались журналистикой. Зачем вам нужно было в эту политику? Но я еще раз хочу сказать, я осознанно шла. Точно так же, как когда-то я осознанно приняла решение, предложение Михаила Фарумзала возглавить ГРТ. Я шла осознанно. Я знала, что я театрал по специальности. Я знала, что у меня нет опыта управления финансами. Угу. Я все знала. Но как каждый из нас, когда принимается какое-то внутреннее решение, ты на что-то рассчитываешь. Я ходила на тренинги, я ходила на семинары, я спрашивала, я нанимала юристов. Я консультировалась, я не стеснялась. И я думаю, что 7 лет, проведенных в общественной компании ГРТ, это для меня был очень хороший опыт. Только поэтому, я, только потому что я была на ГРТ, я полюбила журналистику. И только потому что я полюбила журналистику и поняла, что такое работа журналиста и жизнь общества, я приняла решение пойти в политику. Но если позволите, да, я вмешаюсь вот в дискуссию. Немножко имеете право. Разъясню. Имеете Нет. право. Мне кажется, активных женщин, я согласна, очень много. Но иногда активнее те, которые не могут. Которые могут, они скромнее. Я из опыта работы, столько лет в руководстве, считайте, почти 12 лет на уровне автономии, руководителем в учебных заведениях, и видя, что происходит. Потому что, когда я становилась руководителем, я говорю о своем районе, потому что я Гагаузию не знала. У нас очень сильный был класс руководителей. Вот я пример брала с этих руководителей. На всех тогда заводы работали. Это были в основном мужчины тоже. В основном были мужчины. И я хочу сказать, что, ну, нам, наверное, мне повезло. У меня сотрудничество с ними получалось. Многое у них можно было научиться. Но я согласна, мы все делаем по-женскому, не так, как мужчины делают. У нас свой какой-то в подсознании есть иногда свисток, когда это мы должны сделать по-другому, потому что обязательно будет немножко не так. Я хочу вот одну реплику только. Мне, вот я не знаю, я совсем мало занимаю должность депутата, но я не чувствую дискомфорта от того, что больше мужчин в народном собрании, меньше женщин. Нет никакого, не то что доверия, давления, а присутствует другое. Хотелось бы, чтобы женщин было больше. И тот момент, который инцидент, который имел место быть в народном собрании, да, не совсем уважительное отношение к женщине-депутату. Нарушение этических норм. Но, простите, это, конечно, не радует. И когда женщины в меньшинстве в таком органе, получается, что проехали, сделали, но повели себя так, да и достаточно, идемте дальше. Вот это плохо. То есть мне кажется, что в нашем гагаузском обществе на самом деле очень много могло бы измениться, если бы в законодательном органе было бы больше женщин. Если бы в числе советников местных органов власти было бы тоже побольше женщин. Вы не забудьте традиции гагаузов. Нету все-таки этих традиций. Есть они. Нет. Почему нет? Мы не хотим признать, что так создано было общество. Да. Может быть, мы можем ее сегодня не называть патриархальной. Да, но так были созданы инструменты, чтобы нас поменьше было. Вспоминайте. Вы думаете? Я хотела чуть вас не назвать девочки. Вспоминайте, девочки. Вспоминайте, девочки, бывшие времена. Районные советы, партийные женщины, структуры. Были женщины. Были, но... Одна женщина. Да. Да нет. Одна женщина, как будто по уставу, заместитель председателя районной... Были? Перечень был. Зато передовики в колхозе все были женщины. Передовики в колхозе по уборке винограда, по уборке табака. Правильно, женщины. Были женщины. Впереди, вот да. Видите, что работает. Вера Ильинична, были ли у вас случаи в вашей карьере, когда вы жалели, что вы пошли в политику из-за отношения мужчин к вам? Она работе? Просто не дала бы возможности да мужчинам. Нет, у меня такого не было. Я благодарна всем мужчинам, которые были руководителями, молодец. Потому что. Они просто помогали. Молодец. Я хочу сказать, что, наверное, многое зависит от руководителя, который дает право принимать решения. Женщина, но посмотрите, я работала в Народном собрании. Мне давалось право принимать решения. Правда, у нас потом в конце там нехорошо получилось. Все же нехорошо. Нет, нехорошо получилось, потому что... Правда, потом у вас во второй раз нехорошо получилось. Во второй раз мы пришли, все было прекрасно, давали право говорить, все...
в конце, ну, надо было, наверное, переворот какой-то сделать. Но это судьба, это история. Это вы жизнь, же знаете, это что история, жизнь, оно все время. Крутится временно. Я не могу сказать, что мне мешали работать. Я тоже была одним руководителем женщины бытности Фармузала Михаила Макаровича. Долгое время в исполкоме. Ну, все нормально. Но сейчас больше у нас женщин. Сейчас у нас Башкан прогресс. Женщина. У нас в основном прогресс. Женщины члены сейчас. Члены исполкома, да. Исполком, в основном да. Женский исполком. Ну, не знаю. Светлана Геннадьевна, вы... Мне интересно там работать, где больше женщин. Не интересно? Мне было интересно там, где больше мужчин. Вас не поймешь, что вы хотите. Вы сталкивались с какими-то элементами дискриминации по половому признаку в вашей профессиональной деятельности? Спасибо за вопрос. Если позволите, немножко отойду от него. Вот я сейчас наблюдаю. Во-первых, я в хорошем смысле слова просто осязаю вот эту настоящую женскую ауру, где в прямом смысле слова они в косвенном, женщины рулят. И вот вы, наверное, как ведущий мужчина это почувствовали. И очень часто задумываюсь о том, что не кажется ли вам, уважаемые дамы, коллеги по представительству пола, что мы очень много зачастую на себя берем. Почему? Наверное, так заложено в генном коде ДНК, как говорят, гены пальцем не раздавят, что мы it's very responsible, мы очень ответственны. И это мужчины чувствуют. И я вам хочу сказать, что я это почувствовала и в обществе, где я проживаю, как ГГУска истинная, что на самом деле они сегодня даже с доброй воли отдают нам это право рулить. Ну, я косвенно выражаюсь, фигурально. Это так, эта тенденция происходит. И абсолютно согласна, солидарна со всем, что вы сказали до сих пор, что на самом деле вот этот патриархальный признак, который может касаться сегодня только таким псевдопризнаком, он уже исчезает. И это нормально, потому что сегодня мы вели дискуссии, в музее Вовдорме мир очень меняется. Посмотрите, лаги между первой научно-технической революцией и последней, с момента, когда Попов изобрел радио и перешли от транзисторных телевизоров XL прошло там 70-50, а сегодня от одной модели к другой телефона переходим буквально за год, за два. То же самое происходит и в других сферах, и в гендерном смысле. И поэтому стираются грани между мужчиной и женщиной. Касательно вашего вопроса, скажу, что, конечно, во мне есть женское начало. Где-то в душе я тоже себя чувствую лидером. Я очень над собой работаю и всегда призываю, прежде всего, коллег-женщин обязательно работать, чтобы достичь результата. Но абсолютно солидарна с вами, Вера Ильинична. Не знаю, почему мне больше приятнее работать с точки зрения результативности исхода именно в мужской среде. Может быть, потому что этим пользуются мужчины и чувствуют, что мы более ответственны. Вот так сложилось, если посмотреть на результаты работы, аналитически просмотреть результаты работы женщины и мужчины, все-таки женщина более ответственна, подходит к вот этой архитектурике поставленных целей в работе и достигаемых результатов. Вот. Мужчинам иногда кое-что сходит с рук. Я не хочу сейчас быть голословным, но есть масса примеров того, что все-таки мужчинам легче работать, женщинам труднее. Потому что у нас так построена жизнь, у нас еще все-таки больше ответственности не только на работе, но и дома. Давайте честно скажем, ведь мы идем домой еще с грузом других задач, и мы переживаем одинаково как за работу, так и за дом. Честно вам скажу, никогда не чувствовала прессинга со стороны мужчин в своей работе. А наоборот, они мне протягивали руку и помогали. Именно мужчины мне позволили достичь, и это и мой научный руководитель, это и мои педагоги, в том числе и женщины, но в основном своем мужчине, и мужчина меня брал на работу, достичь определенного карьерного роста. И именно мужчины всегда говорили: Светлана, хватит работать, иди домой, у тебя есть семья. Понимаете, я мысленно всегда возвращаюсь к тому, что мы все равно должны оставлять себе женское начало, какими бы лидерами мы ни были. У нас есть предназначенная судьбой, скажем так, начало нашей миссии, да, рожать детей, их воспитывать, потому что, честно вам скажу, я выросла в семье уже, где в основном свой мужчина. И когда мне приходилось приходить домой, и мужчины мне очень помогали, отец, и муж, и сын, и племянник, но мне хотелось кому-то показать новокупленное платье. И я чувствовала от недостатка мужчин, потому что их больше интересовало мои результаты работы, женское начало меня. Что я делаю? Я включаю скайп и начинаю сестре показывать свои новые наряды. То есть посмотрите, что происходит. Нужно и женщинам среди женщин быть. Но так сложилось, что результаты работы мои таковы, что мне всегда результативно помогали больше мужчинам достичь результата, чем женщине. Чтобы было правильно понято, мы не хотим уйти от наших, как говорится, женских ценностей, что наше женское. Я, например, всегда ратовала за партнерство.
за партнерство, потому что, как и в нормальной здоровой семье, когда он и она решают проблемы, создают хозяйство, воспитывают детей, разделяют маленькие бюджеты, какие-то планы строят, так и в любом предприятии, организации, стране, потому что нельзя игнорировать потенциал наших женщин, нельзя. Они имеют возможности и способности участвовать, принимать решения, делать для того, чтобы нам жилось лучше. Поэтому я всегда буду, как говорится, за то, чтобы сохранить, что наше, но за равное партнерство женщин и мужчин буду всегда бороться. Ну, простите, не бороться, как Жекова сказала, что не бороться. Сопротивляться. Но не боитесь ли вы, что женское начало мы утеряем? И вот тенденция все-таки показывает аналитическая, что мы перетягиваем одеяло. Нет, на самом деле сегодня видно, сколько женщин уже в политике. Даже если они сидят в кабинете министра, то по большому счету все-таки основную часть должностных, скажем, функций уже начинают занимать женщины. И это не сгущает краски, это реально. Мы на 64-м месте по рейтингу. То есть еще потенциал есть уже потенциал. Я хочу сказать... Катюш, извини, пожалуйста. Но... Я, например, не знаю женщин, которые не захотели иметь детей, чтобы создавать, не создавать семью. Я знаю, что женщины этого хотят, потому что это наше. Но знаю и убеждена, что кроме этого, они еще хотят другое, активное, социальное, жизненное участие для того, чтобы нам жилось лучше. И только одной репликой хочу сказать, коль мы говорили о том, что поддерживают мужчины, либо поддерживают женщин больше женщин. Вы знаете, я хочу озвучить одну мысль. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но я в своей работе, на какой бы должности, когда бы я ни работала, я знаю одно. Я не реализовала бы себя, если бы не моя домашняя поддержка. Поэтому я хочу сказать, что каждую женщину, в первую очередь, наверное, поддерживает дома муж и семья. Если не эта поддержка, то я не знаю, как я могла бы работать с 8 утра до 11 вечера. И так многие из вас, и вот в депутатской работе тоже бывает разное. Поэтому я думаю, что вот это как раз самый главный гендерный вопрос. Когда муж и жена, живя в одной семье, понимают и позволяют каждому члену семьи реализовывать себя. Вот это главное. Если этого нет в доме, то это не надо искать в обществе. Абсолютно. Это надо сначала отвоевать себе этот квадратный метр дома, что вот это я этим хочу заниматься. Надо это объяснить, надо убедить, и потом идти и заниматься этим. Мне так кажется. Это одна реплика. Вот представьте гагаузскую женщину, которая вышла замуж в семью. Я вышла замуж в семью гагаузскую. Я вышла в гагаузскую семью, в которой 3 сестры после моего мужа. Угу. Замечательно. И свекровь, и свекр. И я делаю карьеру свою в этой семье. Замечательно. То есть у меня вся семья поддерживала. Казалось бы, люди другого склада, других целей жизни. Они восприняли это нормально. То есть они мне давали возможность учиться. Какой-то внутренний страх может быть есть. Вы знаете, что говорят, что за лидером и мужчиной стоит сильная женщина. А я иногда говорю, а за сильной женщиной или рядом с сильной женщиной какой мужчина стоит? Уважаемые дамы, вы, наверное, забыли, что я здесь тоже есть. Что я здесь тоже в студии. Это ваша идея, наверное, пригласить сильную женщину. Валентина Георгиевна, у меня будет вопрос к вам. Не скрою, что мы очень давно знакомы. Я примерно знаю ваше мнение по этому вопросу. Но хотелось бы, чтобы нас услышали и наши зрители и радиослушатели. Вы возглавляли Министерство семьи и социальной защиты. Казалось бы, участок чисто женской работы. На самом деле, как показала практика, что это самое трудное министерство, которое самое неблагодарное. Потому где вас критиковали. Все время, сколько вы занимали эту должность, это был большой прессинг в прессе со стороны общественности. Вот как получилось так, что в Молдове сфера, которая, казалось бы, даже по стереотипам и по самой жизни является женской, на самом деле оказалась не совсем женской? Я, во-первых, хочу сказать, что это отрасль, если так можно ее сложная назвать, вообще. Это очень сложная. Министерство труда, социальной защиты и семьи. Много проблем. Я вспоминаю 26 сентября 2009 года, никогда не забуду, как в казне государства не было ни одного бенуца, как нужно было платить пенсии, пособия и все вот такое. Реформы опоздалые, денег нет, страна выбрала путь
европейской модернизации и трансформации, миграционные процессы, законодательство старое, и все это нужно переделать, перестроить, содержать, как говорится, платить своевременно и реформы проводить. Было нелегко, но я хочу вам сказать, и можете перепроверить все то, что я вам скажу, профессионалы в области труда, социальной защиты и семьи оценили этот период, потому что за этот период было сделано очень много. Во-первых, на законодательном уровне, развитие социальных услуг, привлечение гражданского общества в принятие решений. Очень многие такие не кардинальные реформы, но реформы в этих сферах. Люди это почувствовали? Люди должны были почувствовать, но еще те пособия, те пенсии, которые были на протяжении этих лет, конечно, это недостаточно, недостаточно для нормальной жизни. Я единственное как сравнение могу делать. 2009 год, 1200 леев пособий по рождению, сейчас 5300. Пособие по уходу за ребенком незастрахованной матери 50 леев, сейчас 540. То есть маленький рост, очень маленький рост. Но эту сферу нужно поддержать. Нужно поддержать. Заброшенная была сфера. Абсолютно. Просто. Нужно поддержать открытием новых рабочих мест, чтобы соответствие и соотношение между рабочего населения и населения получающего было где-то примерно 5:1. У нас практически с 89-90 года это соотношение уже критическое. 1,8:1, 1,3:1. Это должно заботить нас. И мы принимали многие государственные программы. И программа по возвращению наших мигрантов паре 1+1. И программу по поддержке молодых семей. И новые рабочие места. Но это пока еще недостаточно. Я думаю, что эту отрасль, как ее называю, как от рождения до глубокой старости, нужно поддерживать всеми усилиями. Потому что ни один министр труда, кто бы он ни был, не он в ответе за все. Практически любое общество. Как платят социальные взносы, как открывают рабочие места, как честно и корректно платят взносы, какие документы представляют, все это совместно нужно помочь, потому что только так мы можем иметь социальную систему, где каждый гражданин будет защищен в случае какого-то риска. Поэтому есть еще много работы, и я хочу сказать, что даже в этом году, как трудно не было, мы практически и парламент, и правительство принимали хорошие законы, которые будут давать положительный результат. Валентина Георгиевна уже работает как системе. Политик сейчас. В пенсионной системе. Но затрагивали, я должна сказать, затронули эту проблему. Мы опоздали где-то практически на 15 лет с реформами именно в этой системе. Если бы мы своевременно принимали законы и не политизировали некоторые реформы, Молдова сегодня имела хорошо обустроенную социальную систему защиты всех наших граждан. Вот видите, даже тогда, когда мы хотим говорить о месте и роли женщины в политике, мы все равно, заботясь, как правильно сказала Валентина Георгиевна, говорим о том, чего делается, да чего не делается, для того, чтобы общество чувствовало себя под заботой этой. Абсолютно. Вера Ильинична, женской заботы одной не хватает. Принимаются решения. Не всегда они нравятся. Материальные возможности. И вашей деятельности тоже было много и критики. Очень за вашу много. Работу. Да. Как это воспринималось очень вами много и вашей было со стороны лодыри, которые не хотели работать, я считаю, со стороны людей, которые не воспринимают изменения, со стороны людей, которые не понимают, где нужно изменить для того, чтобы в другом месте достичь чего-то. Но руководитель, если он принимает решение, я вот хочу сказать, работая, допустим, в управлении образования, управление работало очень хорошо. Не только я говорю, это все оценивали, потому что делались вещи разумные, которые нужно было для того, чтобы что-то изменить. Каждый год что-то было новое. Это продвижение детей было в первую очередь, педагогов.
И, естественно, родители воспринимали нас нормально, потому что много вопросов было у родителей. У меня, например, с управлением и будучи руководителем, не было конфликтов с родителями. Они приходили с вопросами, на которые мы давали ответы и объясняли людям. Это было плюс. Ну, конечно, руководитель должен знать, что не всегда его воспринимают правильно. И я это понимаю. Мне иногда жаль людей, которые ведут себя неадекватно, потому что он решил, что руководитель не прав. Сначала надо разобраться, почему было принято решение. Какая ситуация была? Почему нужно было именно такое? У меня был случай. Кстати, депутат парламента тоже стучал, чуть ли не стучал, будучи руководителем управления там. По одной проблеме, когда я сказала, слушайте, ну это же вы же принимали решение в парламенте. А мы здесь пытаемся сделать так, чтобы родители и дети, и учителя не поссорились. Давайте примем разумное решение, но вам не следует так себя вести. Ну, слава богу, что мы здороваемся, встречаемся, человек забыл. Но в принципе руководитель должен знать, что всегда в коллективе, в любом, даже если он очень хороший, есть люди, которые остаются обиженные. Mm-hmm. Обижены только потому, что либо его вопрос не решили, mm-hmm. его проблему, либо не получилось так, как он предложил, потому что нужно было адекватно принять решение. Я это понимаю нормально. Я, знаете, о чем сейчас подумала? Вот мы говорим о том, что было бы хорошо, в общем-то, если бы женщин было больше в политике или в руководящих органах в разных отраслях. А вот глядя на жизнь в автономии, не очень-то часто я слышу, что есть какие-то женские объединения или, я еще не знаю, какие-то формы, другие формы организаций, которые помогали бы женщинам чувствовать, что есть какая-то такая солидарность. Вот в этом же тоже есть изъян, ну не изъян, ну чтобы не называть этим словом, изъян, вот какая-то недоработка, да? Мы говорим о том, что надо объединяться вокруг здоровых идей. И неважно, это мужчины или женщины, да? Но если говорим о том, что есть небольшая проблема, что мало женщин в политике, мало женщин в руководящих должностях, значит, это тоже надо как-то продвигать. И мне кажется, что мы здесь в определенном смысле не солидарны. Потому что нет, конечно, таких. Вот была организация «Женщины Гагаузии», которая лет 10 назад, как мне кажется, работала достаточно активно. Да, Вера Ильинична? Была ассоциация женских организаций. А сейчас все меньше и меньше. Мария Васильевна Маруневич. А сейчас все меньше и меньше этого. И может быть, поэтому получается, что вот такие личные решения, как госпожа Булига сказала, посидела и подумала, что это не я. Ну вот этого очень... Может быть, мало в обществе, может быть, вот сегодня смотрят эту передачу женщины и думают, ну я тоже могла бы в своей отрасли там взять на себя какую-то определенную ношу и заявить о себе, вот я хочу быть лидером. Это мне нужно, кажется, проявить нужна... активность. Мы должны, женщины, которые давно и в политике, или в других, поддержать таких женщин, помочь. Поддержите таких, как я, которая приняла решение. Но вы уже поняли. Я о другом хочу Нет, сказать. Нет, я о тех женщинах, не о себе. Очень правильно говорить. Вы сказали, но я о другом хочу сказать. Но если анализировать, надо найти женщин, которые сделали карьеру. Извините, в Молдове, в Гагаузии. От чего-то с нуля карьеру, начали, да. И сделали сами карьеру, угу, эту. Конечно. Надо же этих женщин знать. Вот в Гагаузии, вот в Молдове. Госпожа Булига сама себя создала. Вы сами себя, я сама себя. Надо найти этих женщин, которые создали. И есть категория женщин, которые проекты выигрывают, да, и сидят на этих проектах. Но есть категория, которые выигрывают проекты, еще работают с организациями, со школами и так далее. Вера Ильинична, вы меня сейчас натолкнули на одну мысль. Один европейский эксперт, говоря о СМИ, о работе СМИ в Гагаузии, говорит, вы знаете, Катерина, мне кажется, что в гагаузских СМИ очень мало успешных историй. И что вы имеете в виду? Ну, вот вы понимаете, я вот посмотрел там несколько интернет-источников, общественное телевидение, очень мало, ну у вас же есть успешные люди, но вы говорите о них, у вас очень много, заявил политик, заявил, сказал, ну сказал и сказал, сегодня один сказал, завтра другой сказал, третий добавил, четвертый отгородился, пятый раскритиковал. И люди не знают, а где эти успешные личности, за которыми или с которых можно было бы не то что брать пример, но хотя бы ориентироваться на то, что, оказывается, можно вот так. Конечно. Вот ну, это камень. В этой компании женской единственная женщина, которая не занималась политикой. Вот если будем говорить о вашем мнении, когда вы смотрите телевизор или читаете новости,
Вы больше доверяете мужчинам-политикам или женщинам-политикам? Ну, спасибо за вопрос. Он практически то, о чем я вот слушаю уважаемых моих дам, коллег по студии, как минимум. И, честно, не решаюсь перебивать. Хотя, конечно, имея свою точку зрения, не совсем согласна, что они говорят. Но у меня есть, как говорит студенческая молодежь, респект, уважение к ним. Потому что, на самом деле, они уже некоторые прошли ступени высокого уровня менеджмента, руководства. И хочу сказать, что вот очень тонкую мысль уловила, что Вера Линчина говорила. Да, есть женщины-лидеры, которые занимают должность, и действительно этого... сегодня соответствует этому, но ведь есть женщины, которые идут в работу менеджмент, на менеджмент уровне, но пока до этого не доросли. Вот я дошла до такого жизненного уровня, когда, я вам честно скажу, меня звали в политику, более того, меня звали на ответственные должности, я об этом даже не говорила а как зовут? Мужчинам в своей семье, как потому зовут что политику? Тоже очень советуюсь с отцом, с мужем, уже с сыном сегодня советуюсь, но не пошла. Вот Вера Ильинична, честно вам говорю. Честно скажу, потому что считаю, что у меня аналитический склад ума, и скажу честно, считаю, что еще не выросла. И как минимум, не то, что не выросла до этого, а думаю, что может даже и смогу уже руководить, но еще не сделала то, что я могу сделать на своей должности, понимаете? Вот этой должности подчиню, мне надо еще вырасти, я еще не все реализовала, что, где я сейчас работаю. Поэтому, что я хочу сказать? Может быть, меня пригласят в политику, может быть, нет. Может быть, я себя там вижу. Нет, это дело будущего. Сейчас для меня главная задача – реализовать себя там, где я есть. Я еще не все реализовала. Но мысли есть. Уйти туда, как мы говорим, простой люд, наверх. И потому что вижу очень часто несправедливость. И абсолютно честно вам скажу. Вы дипломатично ушли от моего вопроса. И приду, вот честно сейчас говорю вам, честно скажу. Не всегда вижу несправедливость только со стороны мужчин. Очень часто и женщины, политики, ведут себя некорректно. Когда говорят, что вот внедряя эту систему, да, голосования, мы против нее. Но я очень интересуюсь политикой, слежу и вижу, что совсем недавно, 3-4 года назад, она же говорила, что эту систему надо поддержать. Конечно. Так где правда? Вот поэтому я не хочу, чтобы умные... Меня прежде всего интересует мнение женщин. Умные женщины меня послушали и сказали, нет, она еще не выросла, она должна вырасти. Мне еще немножко надо пройти. Очень хочу, прежде всего, чтобы женщины-политики, которые сегодня занимают эту должность, гордо несли вот это имя «женщина-политик». Потому что женщина всегда с большой буквы. А она в гагаузской семье, мама Мей, в молдавской семье. Это всегда, скажем так, слово с большой буквы, оно никогда с маленькой и всегда каплок, большими буквами писалось. Поэтому женщина-политика тоже несет двойной груз. От нее всегда мы responsible, от нас больше ожидания. А мужчинам-политикам желаю, чтобы они поддерживали женщин-политиков. И не для численного состава. Женщина мудрее. Ну, хотят они того или нет, и всегда подскажут правильный выход миротворчески. Я предложила бы не спешить со словом «мудрее». Но жизнь показывает, женщина мудрее, она не такая горячая, она подумает, у нее есть вот этот инстинкт самосохранения семьи, как Вера Ильинична сказала, вот пришел, а ты подожди, ты издал этот закон, ну давай посмотрим, а как будут учителя, родители, дети, когда начнется вот это, как мы говорим, кавга, против которой гагаузы и любой другой мирный народ против, правильно? И женщина всегда остановит, она не такая горячая, она подумает. И я за то, чтобы было больше женщин в политике, но, еще раз говорю, достигших этой зрелости политической. Я считаю, что нельзя в политике вырасти, нужно прийти в политику подготовленным, потому что очень ответственная миссия. Вот если в другой сфере можно вырасти, в политику надо прийти уже зрелым. Вот это мое личное убеждение. Вот в завершении программы я хотел бы, чтобы вы, каждый из вас сказал определенную историю успеха свою и что-то пожелал нашим телезрительницам и радиослушательницам. Вера Ильинична. С меня начинаем. Ну, вот, наверное, мне повезло. Или потому что цель была у меня, если я занимаю какую-то должность, даже учитель рядовой, я должна была прийти на работу, чтобы мне было интересно с ребятами, чтобы дети от меня не уходили, чтобы имели знания. Где работала руководителем, с удовольствием, чтобы мои работники приходили на работу. Я всегда всем говорила, это не история успеха, но всегда всем говорила своим выпускникам, особенно в лицее, 12 класс, ребята, которые идут в жизнь, не надо стоять и ждать, чтобы кто-то вам помог что-то сделать.
и говорю, может быть, сказка это не для малышей, но для вас. Когда бросили в банку с молоком двух лягушек, угу. одна утонула, а вторая выпрыгнула, масло сбила, людям пользу принесла. Что в этой жизни вы всегда могли это сделать. Я благодарю, во-первых, всех, кто был рядом со мной, и мне на каждом этапе люди помогали. Потому что человек может развиваться, когда он может сравнить, что он делает, когда он получает замечания. Даже критика, которая была в мой адрес на всех уровнях, тоже многое значила. То есть человек всегда должен анализировать. Успех в том, что все, что я делаю с удовольствием. Мне нравится учить, мне нравится детям давать знания. Мне нравится, что я люблю детей, особенно старшеклассников, потому что с ними у меня как-то получается лучше. Я люблю своих коллег, с которыми я работаю, и всех призываю к тому, чтобы были порядочные в отношениях. И если есть какие-то вопросы, надо говорить в лицо и предлагать, как можно изменить. Я желаю всем удачи. И все-таки надеюсь, что в Гагаузии вот уровень женщин, которые могут, которые действительно хотят что-то изменить, объединятся. Одна женщина ничего не сделает. Светлана Игоревна. Что пожелать женщинам с точки зрения карьерного роста? Это ваша история успеха и ваши советы вашим. Ну, знаете, я не буду говорить, как говорил господин Гимпу, бонжур мамар, мамам по-польски. Я скажу по-немецки арбайтен, работать надо. Работать надо всегда, и независимо от того, мужчина или женщина. Женщине работать надо вдвойне больше. А я скажу чисто по-человечески, ну не забывайте, уважаемые женщины, и отдыхать. Потому что жизнь коротка, и в этой суете карьерного роста, заботе о семье, помните, что вы женщина и отдыхаете. Но жизнь, еще раз говорю, очень скоротечна, она быстро сейчас меняется, и женщине, которая образована, работает над собой, она больше может достичь и для себя, и для семьи. Поэтому работайте, но при этом, подчеркиваю, не забывайте отдыхать. Мы чересчур много работаем в этой стране, женщины. Валентина Георгиевна. Я, во-первых, хочу призывать наших женщин доверить самим себя, своим силам, своим знаниям и своему желанию поучаствовать активнее в решении наших проблем. Я о себе хочу сказать, что я счастливая женщина. Я 36 лет в браке, я мать двоих детей, я бабушка. Я имею достойного, сильного мужа рядом. И я где бы ни была, в какой должности ни работала, я всегда отдавала себя, работала и имела те же взгляды. Или в оппозиции, или в правящей партии. Я имела те же взгляды, что Молдова должна развиваться по-европейски, что граждане Молдовы должны жить хорошо и провести те реформы нужно было намного раньше. А сейчас и сейчас не трудно и не поздно. Нужно идти по намеченному пути для того, чтобы Молдова стала еще сильнее, красивее, чтобы наши граждане захотели вернуться домой. И не лгать, а быть объективным всегда и везде. Екатерина Федоровна. Виталий, я не хотела бы говорить о своих успехах или об историях успеха, потому что я не знаю, какие они успешные. Я считаю их успешными только тогда, когда их подмечают в преподавательской работе, это студенты говорили. Сейчас я как депутат думаю, что оценку моей деятельности будут давать только избиратели, поэтому если мне удастся что-то сделать и жители села Чешмикёй скажут, что да, это была успешная идея Екатерины Жековой, то я буду считать, что я состоялась. Мы желаем вам успехов. Спасибо, Светлана Игоревна. И я, в общем-то, хотела бы призвать, если это удобно и возможно, с этой студии женщин Гагаузии. Я знаю, что у нас очень много талантливых женщин, которые могли бы занимать ведущие роли во всех областях и отраслях. Я хочу просто, чтобы мы, вот этот внутренний страх, который, если он у кого-то есть, его надо просто побороть один раз. Надо выйти, заявить о себе, а если нужна помощь, то я думаю, что всегда найдутся люди, которые, на ваш взгляд, являются авторитетными женщинами в той или иной области или мужчинами. Попросите помощи, просто нужно поверить в себя, это главное. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню нашим зрителям и радиослушателям, что вы смотрели программу Freedom Live на информационном портале Гагауз Медиа, слушали нас на волнах Просто Радио, и сегодня мы говорили с прекрасным полом о возможностях, которые у них есть, и используют ли они эти возможности, которые определяет законодательство. Я с вами прощаюсь, оставайтесь на информационном портале Гагауз Медиа.